Награду получает руководитель психологического центра «Акватория» Крымова Дарья Александровна. Программа комплексной реабилитации участников СВО и членов их семей – это большой проект, поделилась Дарья Крымова. Он позволяет бойцам и их родным адаптироваться к совершенно другой жизни. И хоть проект этот совсем молодой, руководителю уже есть чем поделиться. На протяжении последнего года огромное количество ребят к нам обращается, мы их поддерживаем. Они проходят у нас реабилитацию в Сосновом Бору. И после реабилитации они объединяются в группы, в чаты и на связи остаются с психологами. И, значит, у нас на самом деле много достижений за этот год. Действительно, по поддержке, по патронажу ребят. И самое главное, что они нам доверяют, они готовы с нами общаться, консультироваться, обращаются к нам за помощью. В зрительном зале филармонии выдающиеся представительницы прекрасного пола, лучшие бизнесмены, спортсмены, общественные деятели. А Международный женский день – возможность в очередной раз выразить восхищение женщинам, их красоте, мудрости и душевной щедрости. Об этом говорил со сцены губернатор Павел Малков. Женщина – это основа любой семьи. Ну а семья – это основа, это сила нашей страны, нашего государства. Спасибо вам огромное за то, что вы бережете вот эту самую важную ценность. Спасибо нашим мамам, женам, бабушкам, сестрам, дочерям, абсолютно всем. Вот президент в своем послании сказал, что большая семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. Благодарности от губернатора, памятные знаки и грамоты сегодня получили особо отличившиеся жительницы региона. Особую благодарность Павел Малков выразил тем, кто воспитал героев, защитников Родины. Низкий поклон всем матерям и женам участников СВО. Огромная благодарность. Праздничная программа состояла из концертных и музыкальных номеров. Стоит отметить, что музыкальные презенты звучали только в мужском исполнении.